26 февраля состоялось очередное заседание ученого совета ИЖГТУ. В самом начале было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между ИЖГТУ и Министерством социальной политики и труда Удмуртской республики. Последние пару лет мы очень активно взаимодействуем с центром карьеры вашего вуза, и в большей степени это взаимодействие замыкается между центром карьеры вуза и центрами занятости в рамках подписанного межвузового соглашения. Но нам хотелось бы двигаться дальше и объясню почему. Вы знаете о том, что на уровне Российской Федерации 3 года назад была провозглашена такая программа в рамках национального проекта «Демография. Модернизация центров занятости». В прошлом году мы попали в число первых 17 субъектов Российской Федерации, где была полностью закончена модернизация. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что все наши центры занятости теперь не те биржи труда, как это было ранее, куда приходила в основном категория безработных граждан для получения пособий. Это кадровые центры. Перед сотрудниками стоят совершенно другие задачи. Меняется идеология работы данных учреждений. Сотрудники прошли обучение, и на сегодняшний день мы хотели бы видеть на базе наших центров занятости те активности, которые помогут нам решать вопросы, связанные как с образованием, профориентацией, так и с дальнейшим трудоустройством людей. Далее были вручены почетные грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам и студентам вуза. После чего исполняющий обязанность ректора Александр Губерт выступил с докладом о финансово-хозяйственной деятельности ИЖГТУ и филиалов.